грянул выстрел в тишине, взвил воронью стаю, а на войне, как на войне, иногда стреляю. Артисты Народного молодежного театра «Крылья» под руководством Ольги Кабецкой поют, танцуют и читают военно-патриотические стихи. В зрительном зале молодежь и ветераны. В ее душе так трепетно, ей ясно, что муж ушел на фронт служить в пехоту. Я на фронт провожала. Продолжается седьмой этап патриотической эстафеты главы муниципалитета «Салют Победе». Каждый год ее посвящают знаковым событиям, связанным с Великой Отечественной войной. 70-летию Победы, битве под Москвой, подвигу блокадного Ленинграда, Сталинградской битве, обороне и освобождению городов боевой славы. В этом году акция посвящена городу-герою Смоленску, который в годы войны стал щитом столицы нашей Родины – Москвы. 10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение, в котором Красная Армия постоянными контратаками пыталась остановить наступающих немцев. Битва на Смоленской дуге продлилась до 10 сентября. Территориальные управления Одинцовского округа передают друг другу символы эстафеты. Это точная копия Знамени Победы, водруженного в мае 45-го над Рейхстагом, клятва партизана и противотанковая граната РПГ-40. Сегодня принимает эстафету Ершовская. Территориальное управление Ершовское принимает символы эстафеты «Салют Победе» и саму эстафету с гордостью. Эстафета стала не просто традицией, теперь это уже визитная карточка Одинцовского округа. Акция уникальная. В ней участвуют десятки тысяч людей самого разного возраста, от детей до пенсионеров. «Салют Победе» помогает воспитать в молодом поколении дух патриотизма, уверен заместитель председателя окружной общественной палаты Леонас Крэгжде. Хочется довести до молодежи, до всех граждан, где бы я ни выступал, что война – это такое горе. Это же положили свои жизни 27 миллионов человек. Ну за что они отдали свои жизни? За то, чтобы мы жили, чтобы мы жили лучше, чтобы мы развивались. В течение недели в Ершовском будут проводиться военно-патриотические мероприятия. В культурных и образовательных учреждениях воспитанники и учащиеся смогут увидеть символы эстафеты. Татьяна Мигдаль, Стас Трифонов, телекомпания «Одинцова».